что должно заставить 10 человек отправиться за полярный круг? Проехать 3000 километров на машинах и почти сутки быть в маршруте по снежной тундре, нагруженных под завязку снегоходов. За такой проезд нужно доплачивать! Бороться с поломками техники, усталостью, холодом и экстремальными условиями. Вот оно, понял! Ответы на эти вопросы в нашем новом экспедиционном фильме на YouTube-канале Fish5 TV.